Так, мы на маршруте Рад Мертвое море, 55 километров, через Нахальсдом. Кто еще не знает, что такое Нахальсдом, вы увидите. Такой небольшой аттракцион в пустыне. Извилистое и узкое русло реки со спуском, где можно прекрасно разогнаться и хорошо катать. Мы прошли первые 10 километров. Ну, пока еще селенки есть. У нас сегодня 7 человек. Небольшая, поэтому мобильная. Вот первый наш крутой спуск. Для профессионалов тут нам делать нечего, вернее мне, новичкам. Такие ступенечки тут спокойно прыгаются. Ну, а мы где можно пройдем ножками. Шутка быстро или шутка проезжает? Антон, не рискуй, почем зря. Я уже прокомментировал, что я тоже иду пешком, так что... Не хочется подводить коллектив. Да, я понимаю. Мои места 40 килограммами, понял, вот крышки, например, как вот на велосипеде. Получается, как бы, ну, получается такая конфигурация велосипеда. Эти пацаны такое вытворяют, что куда нам не снять. Хорошо, смотрите сверху. Мы продолжаем наш путь. Осталось каких-нибудь 45 километров. Тормоза отпустил, рывок такой. Мы темп хороший взяли, я должен сказать. 42,8 километра. Димона нам не надо, Нару тоже. Мы поехали прямо. Сейчас нам предстоит один из тяжелейших подъемов. Не по технике, а по усилиям. Сейчас вот мы посмотрим, как это у нас получится. Спускается бодро. Я надеюсь, вам видно крутизна этого подъема. Чтобы на нем подняться, придется держаться за велосипед. Этот подъемчик будет нам не до улыбок, когда мы на него залезем. Но только вперед. 33,6 километра до финиша. Нормальные герои всегда идут во вход. Единственное, получится ли у них это сделать. Не-не, там есть какая-то дорога. Тут Гришка, вот, он просто велосипед его перевешивал, когда он толкал его. Там это так, ну угол наклона превысил возможности. Коэффициента трения колеса с почвой, и хочешь не хочешь, приходится идти пешком. Вот так это выглядит. Да, да, сейчас. Мы разделились на две группы. Одна решила пойти напрямую, а другая, как нормальный герой, в обход. Я еще не знаю, к кому я присоединю. Сейчас посмотрим. Так, мы взобрались на ту горочку. Шли вот по такой козьей тропинке. Была внизу, и камень торчал, и дальше было. И так просто катился, и меня как сшибает, я падаю, и нога попадает вот сюда между этими, и сзади звездочка вещает. Ой. Ну, в общем, короче, нам было туда оказание первой помощи, а еще до конца маршрута. Вы знаете, в чем разница между оптимизмом и пессимизмом? Оптимист видит спуск, а пессимист видит подъем. Пиво, да пиво, кстати, даже не 55, а все 60. Тогда молодежь пустим. На разведку. Да. Ну, молодежь, это вообще не замечает этих камушков. Запросто. Вот мы приблизились ко второй горочке, которая не менее крутая.
шансов на нее заехать у нас, в всяком случае, нет. Вот так это выглядит. Метров 100 на преодоле предстоит подняться. По высоте, я имею в виду. Ну что ж, мне здесь хорошо внизу, но никуда не денешься. Придется присоединяться. Я пошел. Вот так это выглядит вблизи. Вот так это выглядит сверху. Вот так выглядит пустыня. Очень красиво. До финиша 301,5 километра. Соответственно, с топографической картой мы на высоте 290. А, ты вот карту высоты имеешь в виду. Вот она, пустыня во всей своей красе. Посмотрите, переливается всеми цветами. Вот черные камни. Вот белые скалы. Горы. Впереди. Желтоватый песок. Ну и разноцветные байки, разумеется. Идиллия полнейшая. Чё так тяжко? Ну, поехали. Да, поехали. С красивым видом. Там, где женщины писали. Игорь, ты обещал. Кто? Женщина. Женщина там, на Мертвом море. Я обещал. Это еще заслужить надо. Хорошо, что мы не на джипах, у нас нету таких проблем. Что? Металлы. Огласи, пожалуйста, весь список. Так, редкоземельные... Короче, самообслуживание, ребят. Нам по метру Белги упал. Если там машина, там, я не знаю, 72-го года выпуска, москвич там. Будет вспоминать потом. Твоя. У меня ребенок только мечтает о дожде и холоде. Так. Да, испортили нам этот этап. Здесь все расчистили, да? Ну, оно было, конечно. Люк увидишь, сделали такой стоп. Первый панчер. Чинить будем. Вот это выкручивается. Вот это крутить надо, Костя? Да, классик ставил в этот самокатик. Я никогда на французских тупах не ездил. Костя, тебя подержать там? Когда тут должны. Надо предупреждать. Что? У нас глаза путали. Что? Туда можно было побегать, кстати. Там ущелье какого-то неизвестного ручья. Возможно, это Нахальсдом. Но это мы уточним. Потом вот здесь вот внизу будет такая надпись на этом фильме, что это такое. Пока мы обозначим ручей X. Вот если кто-то, так сказать, из прогрессивных... А внизу гробик поставить. Вот в тумане показалось Мертвое море. Цель нашего путешествия. Я давненько здесь не был. Ну, плату уже, да? Так, мы давай на морской кафере учились. Рассказывал, где там много. Надо мой живут. Точки вдалеке, это наша команда. Не успеваешь ездить, приходится все время снимать. Поэтому плетусь в хвосте. Там дымят заводы Мертвого моря. Горы, которые вы видите, черные, это Иордания. Больно будет, нет? Ты пошел, чуток ты пошел! Мне Валера маленького не отдал. Пиши. Впереди Гораздом. Мы сейчас едем туда. А вот джипы. Интересно. Они, наверное, нам не завидуют. А мы, наверное, не завидуем им. Выхлопные газы. Что хорошего? Ну, это дело велосипед. Они нас снимают, а мы их.
Давно пора. Выходим на финишную прямую. Нахальсдом. Гораздом. Вот вам свидетельство. Почва белого цвета. Это уже материал Мертвого моря. Соли. Ну, конечно, вымытые годами. Вот он, Нахальсдом. Какие тут красивые дворцы из скал. Это ущелье Нахальсдом. И вот это так можно круто и хорошо разогнаться. Ты меня понимаешь. Мы прибыли к финишу, приближаемся. Там заправка наша. Мы прошли 55, даже больше чуть-чуть километров. Слава Богу, без травм. Далеки гостиницы Мертвого моря, сегодня мы туда не поедем. Уже нет времени. Конечная точка нашего маршрута – заправка Делек. Мы сделали это. Ура! Вот цивилизация, автобусы, люди. Наконец-то люди.